Центр города остался без воды. Сегодня днем на улице Бебеля, 48, зафиксирована скрытая утечка в магистральном трубопроводе. Коммунальные службы среагировали вовремя, а большой прорыв удалось избежать. Поврежденный участок захватывает улицы Матросова, Ленина, Гончарова и Комсомольская. Сейчас мы нашли тепловую линию, трассу, как бы. Чуть если даже пойдем ниже, в сторону Комсомольску, на происходят пересечки водопроводной начальника на улице Бебеля, 55, водопроводная линия проходит начальник. И также происходит канализация пересечка. Чуть пониже этой пересечки у нас проходит абонентский кабель тоже. Работы по ликвидации обещают закончить уже к концу рабочего дня. Чем вызвана утечка, сейчас сказать сложно. Предварительно одной из основных причин является скачок давления и смещение грунта.